Долгожданный и социально важный объект строится в микрорайоне Восточный. В рамках реализации проекта «Новая школа» и отработки наказов народной программы депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков оценил ход работ и отметил, что никакие причины не должны повлиять на сроки сдачи. Жители уже давно ждут школу, и никакие задержки неприемлемы. Школа должна быть сдана в срок. Это в сентябре следующего года она должна принять учеников. Школа большая, на 1100 мест, поэтому тут никаких компромиссов по сдаче этой школы быть не может. Строительство будет осуществляться в два этапа. Сейчас ведутся работы над первым блоком здания. Сейчас производим монолитные работы, устройство гидроизоляции фундаментной плиты, вынос газопровода всех сетей. У нас осложнена стройка тем, что здесь большое количество сетей под вынос. Это связь, спецсвязь, электрика и две нитки высокого давления газа. Сквер возле поликлиники по улице Герцена меняется на глазах. О его благоустройстве давно мечтали местные жители. Здесь уже установлены новые лавочки, заасфальтированы дорожки. Дмитрий Голубков уверен, это будет местом притяжения для отдыха горожан. Будут подготовлены новые парковочные пространства, новые прогулочные маршруты. Ну, сквер, я думаю, приобретет новое дыхание. Также в рамках реализации проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы депутат проинспектировал и ход работ по установке детской площадки на улице Радужная. Территория полностью готова для монтажа и установки 9 элементов игрового комплекса. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».